Добрый вечер, с вами город «Финансы ООН». Добавила России немножечко рейтинга счастья. Кубань получит 135 миллионов на ремонт мостов от Росавтодора. Рубль начал неделю ростом к основным валютам. Об этом через несколько секунд. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения под 19% годовых. Россия заняла 49-е место в рейтинге самых счастливых стран 2017 года, поднявшись по сравнению с прошлым годом на 7 позиций, говорится в отчете о мировом счастье, составленном ООН. В первую тройку рейтинга вошли Норвегия, Дания и Исландия, сообщает агентство Интерфакс. При составлении рейтинга эксперты проанализировали уровень жизни в 155 странах. На их оценку повлияли такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки граждан государством, продолжительность здоровой жизни, свобода самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции. Краснодарский край вошел в число 12 регионов, где Росавтодор до конца года починит 23 аварийных моста. На их ремонт федеральное ведомство направит 2,5 миллиарда рублей из средств, собранных в рамках системы «Платон». Из них на долю Кубани приходится 135 миллионов рублей. По данным сайта Дор.Инфо, в 2016 году в Краснодарском крае после реконструкции было открыто движение по двум мостам. Через Баканку на 121-м километре трассы Краснодар-Новороссийск и через реку Кубань на 80-м километре автодороги Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Рубль начал неделю ростом к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 21 марта, составляет 57 рублей 28 копеек. По сравнению с предыдущим значением, курс снизился на 65 копеек. Стоимость европейской валюты подешевела на 68 копеек по сравнению с предыдущим значением. И официальный курс евро, установленный Центральным банком на завтра, составляет 61 рубль 69 копеек. Это наш будущий. Новый дом. Финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19% годовых. 8 800 5000 977. Это все на сегодня. Оставайтесь оптимистами и помните, новые и оригинальные идеи – это путь к большим деньгам.